сита, впевнена, усміхнена людина має бути якою? Красивою. Тому з'ясуємо, чи в моді кардигани і з чим їх носити. Спонсор показу – торгова марка «Летюд». С новым добрым утром! С вами ваш любимый домашний дизайнер Андре Тан. Уют и тепло – вот на что хочу я обратить ваше внимание сегодня. Женский кардиган – это уютная вещь для холодной поры года, которая никогда не выходит из моды. Он хорош для любого возраста, в любую погоду. Его можно одеть как в школу, так и в супермаркет, в офис и даже в качестве детали к вечерней одежде. Главное – знать основные секреты этой универсальной вещи. Если вы планируете одеть кардиган с леггинсами, то позаботьтесь о том, чтобы бедра были прикрыты. Или же наденьте под кардиган длинную кофту или блузку, прикрывающую ваши бедра. Если же проигнорировать это правило, то у людей будут складываться впечатления, что вы просто забыли одеть юбку. Если вы носите кардиган, застегнутый на все пуговицы, то нужно одевать его обязательно поверх плотных брюк. Но при этом вы должны обязательно встать на невысокий каблучок, потому что это поможет вам снять видимую тяжесть одежды. Могу похвастаться, совсем недавно на Укра я купил вот такой вот кардиган. И теперь подарю его своей любимой подружке Маше Ефросиньевне. Так что если вы заметите на ней, знайте, это от меня. И еще одна маленькая подсказочка. Чтобы выглядеть стройнее, выберите верхнюю одежду из шелка и заправьте ее в брюки или юбку. И тогда у вас получится стильный модный образ. С кардиганом можно носить любую обувь, как на высоком каблуке, так и на сплошной подошве. Но выбирая обувь, не забывайте главное. Что бы вы ни обули, это должно подчеркивать вашу женственность. Так, главное не перепутать. Это для Маши Ефросиньевны, а это для Филиппа Киркорова. Сейчас пайеточками разошью, и будет самое оно. Будьте модными, но при этом оставайтесь верны своему стилю. С вами был ваш любимый домашний дизайнер Андре Тан. Увидимся скоро.